Всем привет, народ, и мы продолжаем играть в... Вы сами знаете что. Ты говоришь, но я слышу одну лишь ложь. Ты себя обесчестил. Если ты крыса, ты будь гордой крысой. Я бы тебя зауважал, а с уважением приходит и прощение. Эй, Вейн, иди со мной. Как апостол технологии, я думал, ты оценишь это. Вейн и я искали компоненты для устройства, которое мне нужно. Кому доверен сдать черного места? Да, устройство. Взрывчатка со льдом, которая сможет потушить огонь, который мы встретим. Ой-ой-ой. Как только мы нашли помехи, я подумал, что нам нужна такая граната. Кем они были? Засранцами. Как ты видишь, было... Эта граната дико эффективна. Думаю, Wayne Enterprises могло бы найти как бы преимущество в этих новых. Потрясающая наука, Фриз. Я рад, что ты заметил мою гранату, мистер Вейн. Слышал, Фриз? Вейн все-таки любит убивать. Я это понял, когда он в трубу играл одного из моих парней. Еще раз, мой друг. Черт возьми, ребят, понимаете, они взорвали каких-то чуваков просто, чтобы гранату протестировать. Там был вариант сказать, ты больной ублюдок, но меня бы это выдало с головой просто. Поэтому я буду притворяться маньяком, насильником, и что втайне я мечтаю насиловать женщин. Я буду притворяться, что я втайне такой. Но на самом деле я не такой. Я классный парень, я Брюс Уэйн, я обаяшка, кучеряшка, няшка. И я Джон Сноу, я ничего не знаю, я Джон Сноу, что вы от меня хотите? Почему ты тогда отключил сигнализацию? Бэйн, да ладно тебе. Сейчас опасно совершать ошибки, особенно когда я ищу крота. Ты пытаешься нас замедлить? Нет, я хочу, чтобы мне заплатили, как и ты. Меня докормить рты. Когда полиция приедет, тебя и след простынет. Я... Просто он его убить хочет? Ты знаешь, что я не предатель. Я же за тебя заступился, помнишь? Давай, чувак, мы должны держаться вместе. Подумай, помнишь? Да, конечно. Действие было смелое. Да. А зачем мне было это делать, если бы я был грязным копом? Я же не буду кусать себе задницу, да? Хороший ход, но чтобы спасти тебя не хватит. На самом деле... учитывая, что ты умеешь врать, это создает еще большее сомнение. Что за чертовщина тут происходит? Я просто протечку чиню. Нихрена он скрыл. Твою мать, Бэйн. Ты что, тут свое расследование проводишь? Черт возьми, чувак. Эй, держись там. Нет, он пал. Твою мать. Не знаю, может я зря это сделал, Бэйн-то заметил. Бэйн подозрительно меня смотрит, Чё жалуешься-то? Ты дал мне шанса прожарить парня. Я тренированный психолог. А ты кто такой? Ты что, кусок мяса, блин, с молотком? Я найду крысу, и я разберусь с ней. Нет, черт, Ханни дело говорит. Тебе нельзя верить. И ты своими людьми даже заправлять не можешь. Ты теперь мой. Твой. Я освободил их от Санта-Приски. Ты только что убил одного. А я всего лишь стреляю по ним. Ну, и как думаешь, кто победит эту войну? Выиграет в эту войну? Они за тобой не пойдут. Черт возьми, сейчас он ноут вытащит. Что ты хочешь, Джон? Так, ноутбук. Я передумал, я тебе помогу. Ты не знаешь, он это или нет, и теперь-то что? Они знают свою цену. Я ценю верность выше всего. Ты знаешь, что сейчас тяжело быть верным. Так, задержи ее, мне нужно пораться в ее кабинет. И потом, все, дело за тобой. И потом... Обещаешь? План хороший, да? Хороший план, давай уже иди. Так, она следит. Нет, нельзя. Джон запомнит это, нельзя. Брюс, мне больно.
Знаешь, что давать пятюню, это же традиционный способ выразить то, что мы братки. Ребята, вы что тут мутите? Харли, что за удивление? Ребят, у вас уже есть местоположение черного места или нет? Ответ должен быть «да», Харли. Мы не нашли место, черное место, но мы узнали кодовое имя, которое ищем. Проект Лотус. Помнишь, что имя такое? Даем информацию, сбиваем со следа. А что это за проект Лотус? Тебе от чего? Ты разве не должен информировать своих мужиков, что они работают на меня теперь? Ты? Ты даже этих двоих не можешь держать. Пудинга, ты смеешь, что ли? Да он верен до безумия. Я верен, Харли. Точно. Это хорошо для тебя. Потому что тебе нужна помощь. Крот, люди Бэйна. Ты, может быть... Ну, знаешь, возможно, нет. Ты можешь не справиться с этим одна. Я серьезно, единственный мужчина, который сможет с этим справиться. Я и только я. Черт возьми. Ты? Возьми тайм-аут себе. Черт возьми, не, он правильно сделал. А ты? Нам надо побазарить. Давай, сейчас я с ней буду делать базар, а он в ее кабинет. И дело сделано. Хопа! Хопа, кто Бэтмен? Я Бэтмен. Брюс, Брюс, Брюс. И чё такое? О, постой. Это моя любимая игрушка. Позволяет мне делать скучные вещи веселыми. Это как бы... для лица. Будешь умнички, угадаешь мою любимую игрушку? Давай, ты сможешь. Я, Джон, думай, твой молот. Ты имеешь в виду свой молот? Угадал. Но нет. Это Джон. Вы немножко слишком сближаетесь. И я создаю новое правило. Руки прочь. Смысл в том, что Джон мой, и только мой. Чёрт, он ноутбук не нашел, твою мать! Так что не играй с моими игрушками, или придется вмазать по твоему миленькому личику. Чёрт возьми. Смотри, что у меня. Самая легкая работа, которая у меня когда-либо была. Все сейчас повезет. Альфред. Сбрашивай костюм. А вас, ваше дело удалось? На самом деле нет. Что произошло? Женщина-кошка пришла сюда первая. Черт, надо было Гордону. Надо было не говорить ей, что Гордон за ней послал оперативников. Твою мать! Я обосрался. Я так жестко всосал. Ай-яй-яй-яй-яй. Эй, я надеялся, что ты меня догонишь. Знаешь, не было шанса поблагодарить тебя за то, что ты доложил мне о оперативниках. Я этого не ожидала. Ты прямо спас мою попу. Если бы не ты, копы бы меня точно нашли. Ты должна была ожидать этого. Я тебе раньше тоже помогал. И меня это удивляет каждый раз. Так, теперь мне нужна твоя помощь. Ноутбук. Ты должна мне его передать. Ты доказала то, что умеешь воровать. Знаешь, странно, что мы снова здесь встретились. Но мы на крыше старого офиса мэра. Старого офиса Харви. Как будто 100 лет назад было, да? Когда в первый раз погоня была. Столько всего произошло с той ночи, да. Ту ночь я спас тебе жизнь. Первый раз я тебя увидел. У нас тогда что-то произошло. И сейчас происходит. Знаешь, не дать не взять. Хочешь? Бери. Серьезно? Нет, там не ноутбук, там, наверное, кирпичи, или она насрала туда, и я теперь там кошачий помет буду нюхать. Я не знаю. Может, там какая-то моего кота. Я не верю, что она просто дает мне ноутбук. Серьезно? Ребят, вы верите, что там ноутбук? Какой? Вообще, в чем был смысл воровать? То есть, я просто хотела показать, что она тупо лучше Бэтмена. То есть, она тупо лучше, чем Брюс Уэйн. Она может взять, украсть, и никто не увидит. А, типа, Уэйн не успел, он, типа, лох. Наверное, смысл в этом. То есть, это единственное логичное объяснение, если там реально находится лаптоп. Давайте.
Не думал же, что будет так просто, да? Черт. Твою мать, она со мной играет, гребаная котяра. Постой, я не успел, я не успел. Я думал, я, блин, думал, что выбрать там вертолет или вентиляцию, но твою мать. Да. Давай, опа. Постой, она сломалась или что? Давай, нажимайся, дерьмо. Нет, она соскользнет, она соскользнет. Успел. Фу, я думал, она сейчас ногой собьет. Крюк. Ха. Что-то Бэтмен какой-то худой, вам не кажется? А, спасибо. Мне это было нужно. Нужно зачем? Ой, ладно тебе, было же весело. А куда она спрятал, что ли? Да, я высвободил твою дикость. Ту, которую ты прячешь в этом костюме. Та часть тебя, которая хочет вырваться. Да, немножко безумно, но... Тебе же этого мне нравится, да? Мы оба любим жить на краю. Здесь нам хорошо. Может быть, и да. Может быть, мне просто нравится такая безумная девка, как ты. А может быть, ты подходишь и мне. Ну, веселые тебе ночики. Может, все-таки Амур-Амур? Селина. Селина. Зачем тебе это делать? Сбегать от Ридлера вот так. Я хотела расплаты от Ридлера на своих условиях. За то, что они с ним сделали. За то, что он с тобой сделал. Как будто муха в глаз попала. И что ты мне даешь взамен? Ты человек со многими ресурсами. Сделай предложение, от которого я не откажусь. Хорошо, Селина. Я дам тебе то, что ты хочешь. И что ты думаешь, я хочу? Что-то значимое. С тем, кто прикроет твою спину. Шанс у тебя был. Но, знаешь, я люблю ставки. Может быть, другой найдешь. Просто обещай работать со мной, и я перестану играть в игры. В прошлом был шанс на что-то больше между нами. Ты его упустил. Я пошла дальше. Я вернулась, чтобы остановить так называемый пакт Харли. Эдди, которого я знаю, хотел бы этого. Что-либо другое, но мы вместе. Это всего лишь вишенка на торте. Не дави на меня, серьезно. Это победа, твою мать! Это победа! Целовать ее дальше. Она сама отдаст. Она сама отдаст. Да, сама отдала, я знал. Извините за мою бурную реакцию. Ребята, в моей жизни не так часто происходит вот такая романтика, поэтому это просто победа. Мы сделали это! Мы... Получили ее сердце вновь. Я залез в душу к женщине-кошке и поработал там. Знаете, Брюс же про это говорил. Я пользуюсь ее слабостями. Ее слабость это... Я. Ну так что, ищем черное место, пантера. Партнер. Нам потребуется суперкомпьютер, чтобы пробраться в его ноутбук. Но что-то мне говорит, что у тебя найдется такой. Окей, пригласите ее. Пойдем домой со мной. А что за дом такой? Увидишь. Пригласите ее в Бэт-пещеру, твою мать. Я не знаю, или я наконец-то нашел себе друга, или я конченый дебил. Вот два варианта. Я конченый влюбленный дебил, который зовет злодея к себе в нору. Или я герой-любовник. Вот сейчас посмотрим. 8 утра, твою мать, ребят. О, она в обычной одежде. Мне нравится. Но они подходят друг к другу, ребят. Согласитесь, эти ребята друг к другу подходят. У них что-то есть. То есть я могу представить их вместе, как пару. Вполне. Более чем. Я начал офигеть. Я думал, я все уже видел, когда нашла тебя в канализации. Это место. Это прям вот ты, твое отражение. Богатый мужик и его игрушки. Не хватает только бара.
Just don't get too comfortable. Ты слишком не сильно тут не расслаблялся. Да и я и не собираюсь. Немножко одинок тут, конечно. Я знаю, как тяжело тебе впускать сюда людей. Но то, что я это сделал, для меня это много значит, Брюс. Меня никто не тревожил, пока я с тобой не познакомилась. Знаешь, ты на меня плохо влияешь. Знаешь, меня тоже особо никто не тревожил. Ты, парень, который спасает людей за пеньки, это не то же самое. Нет. Нет, нет. Ну, а разве мы не пара? Монстры бесчувственные, которые прячутся в подвалах. Это я тут с тобой. Я вернулась в Готэм для отмщения, но я не ожидала найти, что окажусь рядом с тобой. Это хорошо. То, как я чувствую себя рядом с тобой, так, как будто я могу быть лучшим человеком. Ты же, может быть, чувствуешь то же самое? Я тебя сейчас поцелую. Вот пошло не так. Этого я и хотел. Я не думал, что это произойдет. Наверное, ты мне доказал, что... Ребят, все же хотят такого Бэтмена! Так, постой секунду. Это то, что я думаю. Что мои вещи делают здесь, на обозрении в твоей пещере? Рядом с психопатами, которых ты запер. Не то чтобы это ненормально, но... Вот и я, рядом с Харви Дентом. Это, наверное, хорошо. Я сохраню вещи друзей и врагов, как напоминание. Никогда не думал, что ты сентиментален. Не думала. Я оставляю эти мементо с каждого из своих дел. Ты же хочешь их вернуть себе? Постой, оставь их себе. Они хорошо тут смотрятся. Чертазь, я думал, она бомбанет, я думал, она будет злиться. Ну все вроде нормально. Черт, я надеюсь, этот компьютер не взломает мой компьютер, если честно. Чай для двоих подан. Альфред, спасибо. Так, окей. Найден дешифратор. Нужен сканер глаза. Так, попробуем. Доступ разрешен. Сработало! Класс. Брюс, когда у тебя будет минутка, я хочу тебе кое-что показать. Так что же? Бэткомпьютер просканирует тут все на вирусы и другие системы защиты, пока мы сможем... И после этого сможем получить данные. Черт, ну давайте осмотримся. Что ж такого происходит? Мне кажется, Альфред нервничает, что у нас женщина в Бэт-пещере. Так, поговорить с Альфредом в оружейной. Давайте посмотрим, что там происходит. Использовать Бэт-компьютер. То есть мы можем им пользоваться, пока происходит, собственно, дешифровка. Идет сканирование. Это Фит Готэм, есть кодекс. Как, знаете, вот эти хакеры из кодекса. Ну, знаете, есть эти Skydraw, кодекс и так далее. Кодекс часто ломает индюшатину и вообще какие-то легкие игрули. Черт возьми, так я тут тоже был пиратом, понимаете? Сейчас я в основном покупаю игры или получаю их от разработчиков, издателей и так далее. Но я практически больше не пирачу. Практически никогда, потому что, ну... Ребят, ну как-то это неправильно. Особенно если ты играешь во что-то, ну, классно, реально крутую игру. А именно в такой я играю. Тут больше 600 лошадиных сил. Он такой, она такая типа, ай, да ладно, не рели пихуй. Так, окей, может с ней поговорить можно? Селина. Ну так, что будет дальше с нами? Романтически или с ноутбуком Ридлера? Ожиданий у меня немного. Но надежды есть.
Ну так, что думаешь? Тут интересных технологий много. Как ты все это сделал? Я даже не знаю. Но знаешь, это лучше, чем метро, которое используют эти засранцы в виде дома. Но немножко лучше. Только немножко. Что-то на мою машину засмотрелось. Я не знаю почему. Селина, блин, кстати, выглядит довольно неплохо, серьезно. Серьезно, она довольно хороша собой. Не мой тип, ребят. Мне нравится, ну, на самом деле, я особо не тяготею к девушкам, ну, скажем так, таким прям темным-темным брюнеткам. Мне больше нравится более светлый цвет волос. Как бы не знаю, как-то. Я не тяготею просто. Окей, мой костюм, который. Это предыдущая модель, который принял себя много урона. В бою с родами, с врагами его повредили дети Аркхема. Старые добрые батаранги, дымовухи, что-то еще есть, оглушители. И ранний прототип бэткостюма. Окей, ну это все ранние прототипы. А новый прототип... А где, кстати, мой новый бэткостюм? А, он в другой части пещеры, точно. Альфред, так о чем, то бишь, ты хотел базар развести, а? Я тут закончил новую фичу для ваших контактов. Лютус почти ее закончил раньше. Я с ней повозился, чтобы отвлечься. В любом случае, ваши контакты могут видеть тепловые сигнатуры. Холодные тоже, потому что, ну, мистер Фриз, никогда не знаешь, что будет. Спасибо. Думаю, будет полезно. Я впечатлен, что вы кого-то так сильно с кем-то сблизились, что пригласите ее в Бэт-пещеру. Интересно, почему? Что в ней такое? Не то, что я сужу, но, знаете, тяжело не обратить внимания, но... Может быть, тут следует следить за ценностями. Это дело, Ал. Ни больше, ни меньше. Я понимаю. Может быть, надо было ответить, что травматические отношения, но я подумал, что лучше сказать правильно. Да, похоже, ноутбук безопасен. Он что-то так, знаете, подкивнул мне. Так, вернуться к бэт-компьютеру, чтобы посмотреть на содержимое ноутбука. Что же, как вы думаете, что же там находится в моем ноутбуке? Кстати, я бы сказал честно, что все-таки, знаете, Walking Dead, Ходячие мертвецы от Telltale, это очень хорошая игра. Но Бэтмен ничуть ей не уступает, серьезно. Мне нравится оригинальный подход. То есть я понимаю, что может с точки зрения какого-то лора Бэт-вселенной... И вообще DC это не совсем, ну скажем так, канон. Но при этом это что-то оригинальное. Меня заебал, будем честны. Меня заебал этот Бэтмен, который вечно ноет, вечно унылый. Я хочу нового Бэтмена. И я его здесь создал. Бэтмен романтик. Бэтмен рецидивист. Бэтмен засранец. Который играет в игры с девками. Готов подмазать Харли Квинн. И, возможно, даже где-то подлизнуть женщине-кошке. Ну, вы понимаете, мне кажется, это интереснее, чем стандартный Бэтмен, который такой, я Бэтмен, ну я одиночка, я Бэтмен, я... Мне кажется, в оригинале Бэтмену просто не хватало сил признаться женщине-кошке в том, что... Он чувствует к ней, потому что у них всегда вот это вот было, романтика, понимаете? Я хочу раскрыть эту тему, и Тейлор, спасибо, что дали это сделать. Огромное, вы лучшие. Два поцелуя за один эпизод, это... Я должен быть... я буду вверх по лестнице, если вам потребуюсь. Удачи! Посмотри на все эти данные. Наконец-то, что-то, что можно читать. Посмотрим, что он знал. Так, а файл агентства, может он что-то... Ой, извините, я спал сегодня 7 часов, это лучше, чем 5, но все равно маловато, или 6 даже. Я просто проснулся рано, и, ну, вы знаете, как оно бывает. Документ давайте посмотрим. Счета, схемы, дизайнерские заметные. Дебил думает, что в безопасности. Они еще тупее, чем я думал, когда в первый раз их встретил. Они думали, что я никогда не прощу. Я приближаюсь к ним. Я знаю, кто их поставщик. И это значит, что я смогу справиться с их извращенной операцией. Они в Готэме.
Прячутся на открытой местности, я бы сказал так. Прячутся у всех на виду. Вот, вот что, какие слова я искал. Ну, ненадолго. Постой, можно дальше мотнуть? Тут же есть удар. А, это сообщение. Риддлер, наверное, говорил о месте, о черном, о черной локации. Его одержимость данными оставила нам огромный след из данных. Боди-спа. Более странное место для доставки вирусных инкубаторов и не найдется. Наверное, это имеет в виду Риддлер, говоря про прятать у всех на виду. Ух ты, а кто эти ребята? Из агентства стоят, что ли? О, нет. Это какие-то вирусные агенты. Нужно узнать, где они держат этих тестовых субъектов. Так, окей, а где эта мышка? Вот она. Посмотрим последний файл, вернее первый. Пациент 843. 10 миллиграмм сыворотки. Пациент 844. 10 миллиграммов... 10 миллиграммов инъекции сыворотки. Господи, что это? Они тестируют на людях? Биологическое оружие. Это то, что хочет Харли. Агентство? Агентство. Ты разве не с ними работаешь? Аманда Воллер. Она заправляет агентством. Похоже, что ты обязан телефонным звонком. Так, окей. Ну-ка. Брюс. Чего ты мне звонишь? Агентство работало над вирусом. С людьми в виде тестовых объектов. Брюс, что за... Я только что видел это своими глазами. Откуда ты? Квин это ищет? Да, я нашел черное место. Оно в середине Готэма, в боди-спа. Хорошо, ладно. Я обещаю, мы доберемся до самой сути. Но ты должен мне довериться. Встреть меня через 15 минут в Вейн Тауэре. Я скажу все, что знаю. Так, интересно. Харли спрашивала, готовы ли очки. Я отвезу их обратно в метро и посмотрю, что я смогу сделать, чтобы ее занять. Вот что значит быть партнерами. Бэтс, давай, не пропадай. Ты тоже? Черт возьми, это любовь, это романтика. Все, едем в Вейн Тауэр. Интересно, нормально выглядит, когда Ламборгини выскакивает из озера просто красный. Видите, вот что значит быть партнерами. Интересно, а что было, если бы я один пошел? Ну, наверное, то же самое. На самом деле, ничего особо не поменялось. Логово зла. Эпизод довольно длинный, кстати. Тиффани, что ты делаешь? Тиффани, что ты делаешь? Что, поздно пришел? Я тебя раньше ждала. Мне нужно было с тобой поговорить, но... Ты можешь винить за это только себя. Руки за голову, на пол, сейчас же, вниз. Брюса арестовали в задницу, ты как? Как? За что? Брюс Уэйн, вы арестованы. За вооруженное ограбление, убийство и криминальную конспирологию и террористический акт. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Господа, я буду... Заткнись и сиди ниже травы. Спасибо за звонок, мисс Фокс. Вы сегодня сделали доброе дело. Я искал ответы после смерти своего отца. Вместо этого ты теперь бегаешь с преступниками? Надеюсь, ты понимаешь, почему я это сделал. Я теперь думаю, я теперь задаюсь вопросом, правильно ли было то, что я тебе верил всю свою жизнь. Я не понимаю. То, что меня арестовывают, это полный абсурд. Зная то, что знаю я, это абсурд, что ты вообще гуляешь на свободе. Ой-ой-ой. Что за... Директор Воллер? Отпустите мистера Уэйна сейчас. Или вы будете служанкой всю жизнь. Черт возьми, ну а что ты будешь делать? Я думал, что Воллер меня подставила. Мистер Уэйн под защитой агентства, и вы это знаете, что? Воллер, вы это уже давно знаете. Воллер и агентство, они не всегда тебя смогут спасать, Уэйн. Однажды
никто не сможет тебя спасти. И когда это произойдет, никто не поможет. Я не преступник Гордона. Офицеры, пожалуйста. Он причастен, он должен быть в камере. Идите домой, Гордон, это не ваше дело. Мы здесь закончили. К черту, на вашем месте. Я была осторожна со следующими словами. И на вашем месте я бы перестал лезть в интересы полиции. Это мой город. Больше нет. Вы настолько просто не в теме, что правду уже не видите. Вы свободны. Извините. Вы не надоели. Вот что с вами происходит. Черт возьми, Воллер, ты не можешь этого сделать. И это в моих силах, ты это знаешь, Воллер. Я сказала, вы уволены. Воллер, Гордон хороший коп, хороший человек. Не делай этого. Не от тебя я такого ожидал услышать. Это последняя соломинка. Я не позволю никому сомневаться в моих правах. Это профессиональный интерес. Конечно же. Пора идти, Джим. Черт, я не ожидал такого. Это просто жесть. Это дичь полная. Но это самая крутая дичь, которую я видел. Ну, кроме поцелуя. Поцелуй даже был классный. Реально, Тейлы просто молодцы. Доделали свой галактический саммит. Стали нормально делать этот эпизод. Так, дождемся, пока Гордон уйдет. И когда будешь готов, поболтаем. Так, надо ей все рассказать. Она должна знать. Я извиняюсь за все. Черт возьми, меня могли посадить, и ты просто извиняешься. То, что я вызвал копов, это слишком. Ну, ты хотела поговорить со мной. Ну вот он. Говори. Я вижу писюн Вейна у него в штанине. Я не понимаю, как ты вообще ввязался во все это. Агентство? Если бы я знал, что ты... Что ты делаешь с ними? Как ты связан? Пожалуйста, скажи мне, Брюс. Смотри, Тиффани, я оперативник под прикрытием. То, что я делаю, опасно. Спасибо, что сказал. Я понимаю. Вот почему он мертв. Он был связан с тем, что ты делаешь. Эта работа, которую делаешь, она очень опасна. Но есть что-то, что до меня не доходит. Ты-то чего? То есть, без обид. Но ты просто... Брюс. Я Бэтмен. Твою мать, она охуела. Ты Бэтмен? Бэтмен. Давай, я тебе покажу кое-что. Эй, Брюс. Хотел бы показать тебе превью нового бэт-костюма. Я знаю, ты Альфред. Хотите отдохнуть, но я себе не могу помочь. Я тебе на частный сервер загружу характеристики. Ладно. Надеюсь, ребята, вы там наслаждаетесь собой. Скоро увидимся. Черт, напомню ей про отца. Было тяжело поверить. Ей надо было рассказать. Но услышать это от него. Твой отец был героем. Твой отец верил, что город заслуживает лучшего. Он верил в меня. И подумать, что я обижалась, дула на него губы, то, что нужно, пропускал. Без папы. Может быть, я все еще могу помочь, если Бэтмен заинтересован. Это меньше, что я могу сделать. Я знаю, что мой отец бы гордился. То, как все идет сейчас. Знаешь, помощь бы ему пригодилась. Хорошо, мне нужно переварить все это. Извини, что за то, что было раньше, но... Спасибо, что доверил мне вот это. Черт возьми, это было опасно, но это смелый шаг, я поступил смело. Я просто говорю, что мы слишком его толкаем. Он способный. И знаешь, что я прикрою его следы. Наш единственный способ пройти вперед это Вейн. Черт возьми. Так, хорошо, перейдем к делу. Знаю, у вас вопросики появились. Парочка. Объясните, почему видео, которое я видел, были экспериментами агентства. Годы назад мне нужно было исправить ошибки агентства или не смочь их сокрыть.
Особенно инструменты черных оперативников. Объекты люди. Это аморально. Санктус. Они были дивизионом, который прикрыли. Давно, до нашего прихода в агентство. Но они ушли под землю. Похоже, произошло худшее. Санктус сорвался с поводка. И это исследование, это глобальная проблема. Если бы я знал, что они от нас ушли, я бы давно их прикрыла. Я не верю, Аманда. Вы говорите, что стена? Вы же не даете просто всему проскользнуть сквозь пальцы. Я знаю, это ужасно. Но все вокруг меня скрывалось. Они пожалеют об этом. Вся эта ситуация. Я начинаю понимать. Я не могу прислать туда агентов, чтобы они не взорвали целый квартал и не начали войну. Мы знаем, что все сложно. Может быть, ввести Харли и ее банду в Санктус поможет разобраться с двумя проблемами сразу. У них есть информация лидера. У них есть ключ к входу. И ты под прикрытием с ними. По крайней мере, Санктусу. Пакт. Пакт, который хочет перебить друг друга. Мы сможем справиться. Это странно. Но, может быть, так мы сможем минимизировать повреждения для людей с Готэма. Да, в этом есть смысл. Зачем подставлять кого-то? Кого у меня есть свой отряд самоубийц? Смотри. Так, иди туда и проверь это место сам. А сейчас види самого себя. Нельзя, чтобы они знали, что Бэтмен у них идет по пятам. Я думаю, у тебя есть дорогое оборудование для слежки. Мы тебя прикроем, Брюс. Мы у тебя за спиной. Ты нас проинформируй, что там есть. Защита, безопасность, все такое. Их жизни в твоих руках, Брюс, как и всего города. Черт возьми, знаю, ты еще беспокоишься насчет работы с Харли и ее командой. Но иногда нужно использовать плохих людей, чтобы сделать хорошее. Правильно сказано, конечно. Нет, сказано все очень верно. На посту, ребят. Я на посту. Что же, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. Продолжим мы в следующей серии, которая, скорее всего, будет финальной. Всем спасибо за просмотр. Увидимся скоро. Всем.